Легкий на первый взгляд фильм рассказал о человеческом предательстве и собачьей верности. Всероссийский фестиваль уличного кино завершился показом внеконкурсной программы. Из-за прохлады за окном киновечер в Уссурийске провели в зале молодежного центра «Горизонт». Я долго бежал за машиной, но не догнал тебя и потерял след. Старый нос и больные лапы подвели меня. А знаешь, нас ведь тут много таких. Выброшенных за ненадобностью. Замерзших на пустых дачах, заморенных голодом, убитых ради забавы. От истории старого пса Грея слезы на глазах, как и от всех других фильмов программы. Молодые режиссеры подняли важные темы любви, одиночества, семьи. Герои картин решали сложные задачи, стояли перед серьезным выбором, а вместе с ними трудности проживал и зритель по ту сторону экрана. Ну что, братцы, я поздравляю вас. Один из нас примешь. Так. Давайте без поспешных выводов. Я впервые слышала про фестиваль уличного кино. Я была в первый раз, и мне очень понравилось. Я даже не знаю, почему я его раньше не знала такого. Но так я, конечно, рада, что такие короткометражные фильмы снимают. Тяжелые философские фильмы, но есть о чем помыслить, поразмыслить. Ну, все фильмы сильные, все фильмы интересные. Что и подтвердило зрительское голосование. Участники просмотра выбирали лучшие фильмы, зажигая фонарики на телефонах. Причем отметить можно было сразу несколько конкурсантов. Результат сфотографировали и позже отправили организаторам проекта. Когда завершатся показы по всей стране, так определят молодого режиссера, который получит приз зрительских симпатий. Анна Клыга, Роман Адонин, Телемикс.